Всем привет, с вами При. Сегодня поговорим о PvP, а конкретно о арена рейтинге и РБГ рейтинге. Что можно с этого взять полезного и что можно поиметь с этого неплохого для нас, для PvE игроков. Начнем с того, что система PvP была переработана. Появились системы званий различных, вот такие вот в форме баджиков. То есть при получении 1400 рейтинга нам присваивается звание «Боец». И дается великое достижение, что мы получили звание бойца в первом сезоне Battle for Azeroth, а также наградное звание боец. Весьма хорошее для каких-либо дамагеров, даже в PvE. Сразу звание весьма характеризующее. За 1600 дают уже следующее звание претендент. И с каждым новым званием, играя арены, мы будем получать все более высший и высший лут. Таблица этого лута есть в виде таблички, я закину ее в описание к этому видосику. Так вот, свободное от рейдов и от мифик плюсов время, я решил сделать себе дамагера Монка и испытать его в PvP, как он себя показывает и все такое прочее. Скажу, на самом деле весьма неплохо, если все это происходит с хорошим дамагером и хорошим хиллером. Но найти кого-либо хорошего хила или кого-либо хорошего дамагера рандома крайне сложно, да и к тому же не всегда возможно по времени. Поэтому я прошу вас, PvP-сегмент моего YouTube-канала, при своем желании, опять же, при своем желании, я не настаиваю ни на чем абсолютно, при вашем желании можем походить эти арены вместе. Без разницы, какой у вас рейтинг. То есть, если вы человек, какой-либо занимающийся медийной деятельностью, стримящий, развивающий свой Инстаграм, снимающий бьюти-блоги, так это наоборот даже хорошо. То, что можно будет продвинуть как-либо ваши интернет-ресурсы, и вы с этого получите, ну, думаю, хоть какой-то рост для себя весьма неплохой. Хочу видеть хила и дамагера, весьма хорошего. Готов учиться, готов как-либо менять себя с целью повышения PvP рейтинга. Хочу 2000 апнуть. Да, конечно, хотеть не вредно, но начиная с 2к рейтинга уже весьма неплохие вещицы дают. Ну и к тому же научусь играть в PvP за все эти долгие 8 лет игры. PvE, ну и научусь играть в ДД-спеке, опять же, после долгой игры на танке. Всех вам благ, счастья, здоровья, добавляйтесь в BattleTag с какой-либо пометочкой, абсолютно все обсудим, можем обсудить текстово, можем обсудить голосовой связи, все зависит от вас. Ну и от меня, конечно, соглашусь я на такое или нет. Поэтому в ближайшее время, если все хорошо получится с поиском тиммейтов, ждите PvP-стримы. Да, изначально был Gold Farm, потом PvE, потом опять PvE, потом опять чуть-чуть Gold Farm, теперь опять PvE, ну и наконец-таки пришло PvP ко мне. А на самом деле оно весьма лучше в плане дропа лута. Он более быстро капает. Я думаю, вы это и сами прекрасно увидите, если я найду нужных для себя людей. Берегите ноги. До скорого.